Канадские индюки 2 недели назад родились. Местные сахарыжские. А это курочки. Это куры. Несушки. Ой, каких много. Умочки. У меня перепелки даже. Даже перепелки есть, да? Сейчас в инкубатор положили, яйца набрали. И разводите, и едите, да? Не, сейчас начали разводить. Вот недавно. Мало вывелось. Вот это. Ой, а сколько петухов у вас? Много. Да? Сейчас, ага. Мы перевели, у нас хорошие были. Вот это зря инкубаторских взяли. Да? Вот это уже другие. Это уже местные? Это всех пород куры. Не местные это. Я в Якутске яйца купил, да? Ага. И вывели. А, да? Сейчас будем разводить вот таких. Вот это хорошие несушки. Да. И там у меня молодые есть. Чубатый даже один есть. Чубатый, да? Вот смотрите, у меня голуби. Голуби. Вот подлинные голуби. Да, если сидят, видишь? Где? Вот прямо, вот там голубь сидит, вот. Вот в клетке. Можно зайти, да? Зайди. Да, мамочки. Ну, у нас чисто. А я их не потревожу, да? Сразу сюда, да? Белые были у меня, не выглядели почему-то. Да? Это голубь павлины называется, да? Да, это павлины. Я думала, вы действительно настоящих павлинов держите. Нет. Они тут... В Якутске есть, по-моему. О, это они вылетают на улицу, да? Ну, они у меня здесь, это, короче, живут. А там тоже клетка, да? Нет, там загон выходит. Выгуливается. Здесь, вот это бабочки, это николаевская порода, синие. Разные вообще. А сколько у тебя пород тут? Тут все помешалось. Голубей, что ли? Да. И чубатые лохмоногие были. Где-то 4 породы есть. Да? И они уже, наверное, между собой уже скрещены, да? Тут помешалось у меня все. И полупавлин летает. Рассказывай, сколько лет занимаешься голубями? Голубями? Да. 5-й год здесь. Здесь 5-й год? Да, 5-й год. А вообще? С детских лет держал, считай, с детских лет держал голубей. Да? В Саратовской области. А я вырос в Саратовской области. Голубей разводите, яйца едите, да? Нет, и... Таких голубей. Не едят, да? Яйца кушаем. Кушаешь, все, да? Все яйца кушаем. Все яйца. А сколько у тебя видов, говоришь, какие виды голубей есть? Есть бабочки. Ага. Николаевская порода, ага. Да? Ага. Есть полупавлины. Ага. Есть павлины, ага. Пара. Ага. Потом что есть еще? Белые почтовые есть. А, да? Да, вот белые. А что, и почтовые как? Просто летают или почта тоже куда-нибудь? Не, ну, радиус действия 100 километров. А, да? Ну, можно пускать, пробовать. Ну, надо приучать. А, учить надо, да? А сколько... Я еле в Якутске нашел. Я этих голубей купил же. Да? А сколько у тебя этих кур? Не знаю, не считал. Вот хорошая тоже порода. Видишь, он чубатый даже есть. Лохмоногий. Вот это, уже будем вот это молодое поколение, да, вот это, да. Уже другую породу. Эти, надо не сказать, вот эти, они... Все. На мясо, да? Какое мясо? Это на мясо не идут, это собака кушает. А, да? Они... Спортивные, да? Эти, спецфабрики, да? Там они только личного направления. А вот это мясо личного направления. Ой, все. А вот это вообще вещь будет. А индюков давно это разводите тоже, да? Не, вот. Тоже недавно совсем, да? Только молодые же вообще, ты что?